Всех приветствую на моем канале Джебик. Сегодня у меня на обзоре приставочка Cool Baby. Идет она вот такой коробочке, и сейчас я распакую и покажу вам комплектацию. Соответственно, бывает на 8, на 16, на 32 и 64 гигабайта, но конкретно это на 16 гигабайт. Данная приставка идет вот таким вот образом в пакетике. Имеет большой 7-дюймовый экран, а в комплекте вы получаете, ну, во-первых, инструкция по эксплуатации, точнее, модель это RS-08, наушники AUX, то есть наушники 3,5 мм, самые обычные, самые простые, ну, которые работают без микрофона, но, в принципе, можно играть в игры через наушники, кабель мини-USB на USB для зарядки данной консоли. Консоль выглядит вот таким вот образом. На передней части у нас находится большой 7-дюймовый экран, он не сенсорный. Также мы на передней части имеем все кнопки управления. Это два стика, стандартные клавиши X и BY, крестовина, а также кнопочки управления громкостью, Escape, Select и Start, ну и надпись Cool Baby. На верхней части у нас имеется два выхода USB для подключения геймпадов. Это прикольно, потому что можно играть с другом. Выход мини-HDMI для того, чтобы можно было вывести изображение на большой телевизор и играть с другом на большом экране. Выход под microSD-карточку, вы можете расширить память этой приставки картой. Тумблер включения-отключения, выход под 3,5-миллиметровые наушники, которые идут в комплекте, но в принципе можно использовать любые другие. Мини-USB для зарядки данной консоли, а на задней части у нас находится камера, как заявляет производитель, на 10 мегапикселей. Сзади также мы получаем два динамика, которых в принципе хватает для игры в данную консоль. Чтобы включить консоль, вот здесь есть тумблер и загорается индикатор синего цвета, показывая то, что она сейчас загружается. Вот таким вот образом выглядит меню нашей консоли. Эта приставка поддерживает игры Dendy, Sega, во-первых, FC Game, GBA Game, CP1 Game и так далее. Дополнительно, конечно, вы можете скачать любые игры, ну, которые поддерживает эта приставка с интернета, и скинуть сюда или через кабель, либо через флешку. Также здесь есть возможность читать электронные книги. Вы можете их закачать на эту консоль и без проблем читать книги, картинки, слушать музыку, просматривать фильмы. Здесь экран реально большой, 7 дюймов, скажем так, не очень маленький. И камера это реально работает. Фотосъемка, понятное дело, качество здесь не очень, но она работает, и ей можно что-то фотографировать. Заходим в настройки. Здесь у нас есть, во-первых, можно регулировать яркость. Также есть режим энергосбережения, то есть если садится батарейка, можно все это дело включить. Что касается языков, здесь установлено 29 языков, которые вы можете выбрать без проблем любой из этих, ну в том числе, естественно, есть русский и английский. Здесь уже установлено большое количество игр. Вот можем зайти, например, в GBA Game. Смотрите, заходим. И здесь вот, например, установлено 27 игр GBA Game. Заходим в другое, в FC Game. И здесь уже у нас установлено 554 игры. Ну, давайте зайдем в какую-то игру, и я вам продемонстрирую, что она действительно работает. Чтобы подтвердить действие на этой консоли, выбираем клавишу A. Если возвратиться назад, выбираем клавишу B. Добавление и убавление громкости сделано немножко странно, потому что здесь просто есть кнопка громкости, и когда мы ее нажимаем, появляется громкость, а убирать мы ее можем, ну, убавлять или добавлять крестовиной. Зашел я в какую-то игру, что-то мне напоминает, что это морской бой, и, в принципе, могу в нее играть. Именно игры, которые здесь уже установлены, не подтормаживают, ну, хотя оно и понятно. Поддерживает она игры 8 бит, 16 бит и максимально 32 бита, то есть можете скачать вот эти игры на 8, на 16, на 32 бита с интернета, скинуть их на флешку, вставить их в консоль и, соответственно, играть в игры. Если вы, допустим, не нашли игры, которые вы хотели бы поиграть, то, в принципе, без проблем можете это все дело сделать. Емкость аккумулятора в данной консоли 1800 мАч, а поддерживает максимальный объем памяти флешкой, это 32 гигабайта, то есть больше флешку вы вставить не сможете. Но, в принципе, это достаточно, потому что консоли идут с разной памятью, это 8, 16, 32, и исходя из того, что игры она поддерживает максимум на
32 бита, то одна игра занимает очень мало, и памяти этой вам хватит. Даже для просмотра фильмов, музыки и так далее. Так как экран все равно не будет показывать в 4К, поэтому можете накачать очень много фильмов и закинуть сюда. Вот я нашел еще одну игрушку, какую-то типа Марио, но на самом деле это какое-то странное Марио, и в детстве я в такое не играл. Кстати, ребят, смотрите, я воспроизвожу видео, которое снято на эту консоль, то есть можно видеть, что реально работает камера и все это дело воспроизводится. Хочу вам сказать, что консоль как для воспроизведения фильмов, прослушивания музыки и просмотра электронных книг подходит отлично. Для того, чтобы играть в игры, ну для ребенка, я думаю, подойдет 8 бит, 16 и 32 бита, для взрослого, конечно, нет. Ну или если ретро-гейминг кто-то любит, то есть Марио, вот эти все старые игрушки с детства, по крайней мере моего, то в принципе подойдет отлично, так как здесь 7-дюймовый экран и управление, все работает отлично, ничего не подтормаживает. Динамиков достаточно, но вы можете расширить это все дело внешней акустикой абсолютно любой, которая подключается через AUX, ну и без проблем все это дело использовать с хорошим звуком. Опять-таки мини HDMI это классная штука, потому что подключая эту консоль к телевизору, также два USB, кстати, 2.0, то, в принципе, можно играть с другом в танки, например, как раньше. Кстати, на верхней части две дополнительные клавиши L и R. В общем, ребята, вот такая вот консоль. Кто захочет заказать, по ссылке в описании сможете перейти, посмотреть и заказать. По промокоду JBX вам будет хорошая скидка. То есть нужно сказать, что вы от JBX'а и промокод. А у кого остались какие-то вопросы после просмотра данного ролика, можете их задавать в комментариях. С удовольствием на адекватные вопросы дам ответ. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на моем YouTube-канале. Всем удачи и всем пока.